Check the mic and make sure it sound right, boy. Ну и что, зачем ты его так схватил? Всем доброе утро. Горбатый? Ногти стачиваю. Только рядом. Об асфальт. Рядом. Чуть-чуть перепутал положение. Ну-ка еще раз. Рядом. Сидеть. А дальше? А дальше? Лежать. Грязь. Думаю, кровать поменьше. Здравствуйте. Как на Колькины именины? Нифига мы не испекли. Вот такой вот. Где тортик-то испекли? Ну, тортик-то, да. Ты собак, по-моему, забыл. Да? Чуть-чуточку. Мелочь. Так, Коля приехал. Время 12 часов. Он приехал на обед. На обед у нас ничего нет, поэтому мы... Я вот так вот. Под это вот. Подсобралась с волос, подсушу и все. И мы... А куда мы поедем? Куда глаза глядят. И мы поедем, куда глаза глядят. Сегодня у Коли день рождения, и мы ему позволили поиграть в автоматы. Он тяжелый слишком, он второй раз его берет. Может, черепаху попробовать вытащить? Вот куда уходит весь семейный бюджет. Я вот эту черепаху просила. Почему она так развернула? Вообще нет мелочи? Вообще. Все? Да. Вот и поиграли. Глаза загорелись, да? Мы покушали, кстати, в KFC. Было очень вкусно. И пошли дальше. Так, я вчера посадила укроп. Сегодня у меня на очереди салат и петрушка. Так, я сажу вот в эти бутылки, отрезаю у них донышко вот так вот. Это у меня оставшаяся земля. И вот мы сейчас еще заезжали и купили... Еще вот такую вот землю. Овощная грядка. Так, сейчас я эти бутылки обрежу, заполню землей и быстренько все посажу. Потом вам покажу уже конечный результат. Ну все, я посадила. Это вчера я посадила укроп. Сегодня посадила петрушку. И это еще салат. Дубрава. Будут здесь они находиться у меня. На улице, чтобы в естественных, так сказать, условиях росли. Посмотрим, как будут расти. Поливать надо только периодически. Джон, уйди отсюда. Здесь растут цветочки. И он всходит аккуратненько. Надо будет потом почистить тут грядочку тоже. Какой-то еще мусор валяется. Все нормально, пусть растет. А здесь будет расти. Посмотрим, как что взойдет. Если что, подсажу еще, потому что земля у меня осталась. Пусть растет. Опять солнце куда-то спряталось. На солнце вообще кайфово. С него очень тепло. О, вот оно. Вот оно, мое солнышко. Я вот так вот утром здесь выхожу. Здесь очень солнечно в это время. Утром именно. И сижу. На солнце. Кайфово. Очень-очень тепло. Мы уже приехали в Москву. Забрать Колину сестру. И ждем ее на станции метро Пятницкая. Да? Да. А ее нет, нет. И мы уже опаздываем в ресторан. И нас ждут до 7:30. Потом отдают наш столик. Но мы уже видим, что мы уже опоздаем. Однозначно.
Почему? Ты же говоришь, что от час ехать. Видите, у нас Коля в белой рубашечке сегодня. Все как надо. Чинарем. Даже кольцо одел. Надел. Короче, мы тут стоим уже минут 50, наверное. Она, наверное, метро где-то едет и едет, едет и едет. Долго ее нет и нет. Ты не найдет. Вот оно метро. Вот оно. Но ее нет. Где же ты, Аля? Сейчас дождемся, поедем. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. We'll be right back.
ты скажи, я буду как дешевый человек выглядеть или нормально? Мне просто надо было... Я не знаю, Коля, я честно нюхала их, но под конец я перестала уже различать их ароматы. По-моему, мне показалось, что вот этот был неплохой. Нельзя, наверное, на себя. Как это? Не работает, наверное. Ну, когда я понюхала. А, я уже чувствую. Там пахнет. Он сильный. Ну, короче, шипр только по... упаковка нормальная. Случаи бывают разные. Спасибо, праздником. Спасибо, 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 спасибо. Happy birthday, dear Коля. Я так давно мечтал о духах. Ну, вкусно пахнет сейчас. Они немножко развеялись. Вау. Вот эти жопу подмывать. Чтоб геморроя не было. После длительных твоих поездок. Ну, Аля задарила его, задарила. Вот это, конечно, еще спасибо. Еще и сладости ему там наложила. А это что такое? И еще мэн. Ну, ё-моё, ну, сестра разорилась на тебя. Это тоже жопку попрыгать, чтобы не попрыгать. Закончились для подарков. Все, что ли? Все. Бери обратно. Спасибо очень, дай поцелую. Спасибо, очень приятно. Молодец. Все, довольны? Это лучше, чем деньги. Корона не жмет? Нет, стопудово. Лучше, чем деньги. Check the mic and make sure it sound right, boys.